Всем привет, с вами Гоша29. Если вы спросите, почему я без скина, почему я на старой версии Майнкрафта? Ну а потому что я решил поностальгировать. Сегодня у нас будет ностальгическое выживание, и также будут другие видосики. Также будет обычное выживание, так что не бойтесь, ностальгическое и обычное выживание будет. В общем, для тех, кто любит ностальгическое выживание, то есть любит старый Майнкрафт, то тогда это видео чисто для них. Если кто-то не любит, то, пожалуйста, не предъявляйте претензии, потому что некоторые любят старую версию Майнкрафта. Это версия Майнкрафта 0.4.0.4.0. Это не самая старая версия, но она из самых старых версий. То есть здесь много чего нельзя делать, здесь мало слотов и так далее. В общем, здесь прикольная графика, я обожаю эту графику. Раньше графика, вы смотрите, какая, блин, это круто. В общем, будет много выживаний, это будет очень круто. И надеюсь, вам понравится данное видео. Кстати, как вы думаете, мне сделать какое-нибудь новое приветствие, например, сейчас скажу. Я не знаю даже. Я придумаю приветствие, потом напишу, наверное, в комментариях, какое приветствие, точнее. И я видел уже 3 овечек, это хорошо. Уже будет кроватка. Давайте себе сейчас быстренько сделаем меч. Только сначала добудем дерево до конца. А то все-таки как-никак. Я должен добывать до конца. Так, погодите, а где третья? Я же видел 3 овечку, я знаю. Извините, если немножечко подлагивает, это не моя вина. Так, давайте-ка сделаем меч. А, подождите. Так, нужно сначала доски и палки, а уж потом меч. Вот такой вот тут у нас крафт, да. Я только вижу 2 почему-то овечки, хотя я видел то, что 3 их было. Странно. Кстати, здесь из них только выпадает 6. А, может быть, я курицу увидел еще просто. Из-за этого я подумал, что это овечка. Возможно, возможно. А, вон овечка эта. Просто она слишком далеко как-то ушла. Короче, это выживание без каких-либо читов, потому что их вообще не было на этой версии. Знаете, почему я более старую версию не могу записывать? Потому что самую старую версию я не могу записывать, потому что там креатив только. Короче, в более старых версиях там только креатив. И это не просто Майнкрафт, кстати, это каменная версия типа этого. И типа, короче, каменное издание. И еще типа, это не просто каменное издание, но и, как бы сказать, научный типа Майнкрафта. Ну, вы, наверное, слышали о таком Майнкрафте. Но этот Майнкрафт, короче, обучающий Майнкрафт. Я не помню, как точно его. Но я знаю лишь одно, то, что это крутой, в принципе, Майнкрафт. Так, пока что мы не можем спать, но так, стоп, я же сделал топорик. Или нет? В смысле? Подождите. У меня в инвентаре его нету почему-то. Странно. Наверное, я не сделал. Короче, будет 2 выживания, получается. То есть, это ностальгическое и обычное выживание. То есть, в Майнкрафте 1.7 релизе, потому что у меня Майнкрафт 1.7 релиз.
я его не покупал, но у меня там не лагает, по крайней мере, и всякое прочее остальное. Здесь, конечно же, может подлагивать, это не от меня зависит, это от того, что старая версия, она немножечко подлагивает у меня почему-то. Я без понятия, раньше у меня лагали только новые версии. То есть 1.2, например, у меня лагает. И 1.1 иногда тоже лагает. Вот, например, сейчас скажу. Вот, например, другая какая-нибудь версия 1.3, она не лагает у меня. Я не знаю почему. Возможно, кстати, я скоро заделаю стрим. Стримы я не так часто буду выпускать, потому что на стримах у меня мало кого, скорее всего, будет, как всегда, потому что у меня на стримах обычно мало кого есть, и стримы я все время буду сохранять, если что. Но пока что будут только проверки, то есть проверки стрима. Или стрима, я не знаю, как правильно сказать. Давайте-ка все переделаем в доски и построим хоть какой-нибудь домик и на этом закончим. Потому что надо же хоть что-то сделать. 99+. Раньше такая была надпись. И вот такой вот интерфейс, и даже не было отделения для брони. Офигенно. Кстати, 1.0.0... Подождите, не 1.0.0. 0.1.0. На нем нельзя играть на андроиде. Я не знаю почему. Может быть, это потому что, ну, как бы, только лицензированная, и там невозможно ее переделать в нелицензированную. Ну, я не знаю, честно говоря, почему. Поэтому мы хотя бы начнем, давайте, строить домик. И закончим, наверное, видео. Либо уже, либо мы успеем сделать домик до конца этой серии. Точнее, до конца 10 минут. Ну, а версию более старую там нечего записывать, там только креатив. Я не знаю почему. Вот почему, блин, разработчики. В старой версии только был у разработчиков креатив. Я не понимаю их просто. Точнее, у ночи. Вот. Потому что ночь создал самую первую версию Майнкрафта. Как мы знаем. Так. Давайте-ка создадим дверь. Где тут дверь? Еще 2 часа будешь искать, пока что найдешь эту гребаную дверь. И так далее. Кстати, у нас раньше ночь наступает на этой версии. По-моему. Получается. Да, у нас на той версии наступает ночь. Сейчас скажу. В 10 ровно. Минут. А здесь не ровно в 10, а в 8:30 получается. Приблизительно. Ну, давайте достроим домик и на этом закончим серию нашу. Блин, мне как назло дерево кончилось. Хотя бы пока что стены достроим. Точнее, построим. Давайте-ка... В смысле, почему я не могу спать? Ладно, наверное, потому что еще не совсем ночь. Ну, хотя бы первый вот такой вот домик какой-нибудь. Я не знаю, зачем я загородился, так сказать. Я не могу, кстати, ливнуть с кровати. А точнее, встать с кровати. Я не знаю, почему. То есть, я не могу, когда я засыпаю, встать с кровати. То есть, на первой версии невозможно было встать с кровати, когда ты засыпаешь. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас я дострою домик. И на этом закончим. В общем, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Это была первая серия ностальгического выживания. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем до новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.